Физкультура продлевает жизнь человека на 5 лет, но эти 5 лет надо провести в спортзале. Как говорил мой друг Шура, все-таки лучше в спортзале, чем в гробу. Не уверен. Это такое простое произведение. У кого нет денег на дорогое лекарство для мужчин, рекомендую открытое мною. Мною открыто кило хлеба и кило сельдерея. И сидеть ждать. Но, конечно, она должна хотя бы прийти. А иначе, кроме изжоги и отрыжки... Но если она не придет, она потеряет такое наслаждение. Не проводите испытания тайно. Садись гордо за стол. Кило хлеба, полмешка сельдерея. По весу, не на глазок. Пиво со сметаной. На кружку пива стакан сметаны. Все разболтал, съел. Включил музыку, садишься ждать. Только не усни, не пропусти возбуждение. Пропустил все сначала. Хлеб, сельдерей, пиво, сметана. Предупреждаю, без возбуждения нет соблазнения. Слова, получается, не те. А они, эти люди, ради которых ты жрешь сельдерей, мне очень нравятся эти люди, ради которых они чувствуют, что слова не те. Так и говорят, я бы хоть сейчас, но слова не те. В общем, само возбуждение дает сельдерей с черным хлебом, а слова дает пиво со сметаной. Неутомимость, конский каштан, там 14 капель 3 раза в день, я потом объясню. Огонь в глазах, настой чабреца. 3 ложки на стакан кипятку. Смягчает порывы обыкновенная ромашка с лимоном. Не путать с лимонником. Лимонник таежный. Осторожно, порвешь мебель, вырвешь радиатор. Все оторвешь, что в судорогах схватишь. Ромашкой замедляй. И главное, следи, чтобы она пришла. Иначе выбегать на улицу в твоем состоянии – это тюрьма. А в тюрьме насильников не любят. Ты там получишь все то же самое, но не от противоположного пола. На себе поймешь грозное действие указанных мной препаратов. В общем, квартиру обещает, документы вышли, деньги на такси. Дверь открыта, музыка играет, на плите что-то кипит. Ты весь в красном пурпурном бархате. Она по лестнице, ты в волнении. Она без стука, ты без звука. Она на пороге, ты в пурпуре с двумя бокалами. Себе пивка со сметаной, ей шампанское с коньяком. Только не перепутай. Я осторожно закрываю дверь снаружи, зависть гложет. Спасибо за внимание. Ну, это вывод. Практически переспать могут многие, а вот поговорить – единицы. Поэтому берегите говорящих мужчин. Кстати, тому, кто может поговорить, тоже хотелось бы переспать. От этого разговора приобретает совершенно неожиданную остроту. Отношения между мужем и женой ритмичные, лаконичные и однообразные. Возьми, подогрей, посоли, постели, поцелуй. А как же? А как же? И я тебе, и я тебе, и ты меня. Я пришел, я пошел. Хочу, люблю, вкусно. И вдруг, а почему ты считаешь, что я не могу заработать? А вот это что на тебе? Это что, с неба упало? А черт, вот пойди и заработай. Да, ты нравишься людям, да. А вот я перестану работать, и ты перестанешь нравиться людям. Люди, подонки. Не все те, кому ты нравишься, да. Но прошел день, и опять возьми, положи, поцелуй, подогрей, обними, отключи. Хорошо, хорошо. Нет, нет, нет. Это тебе рано, а мне поздно. Все, все. Отодвинь эту ногу. И ту ногу отодвинь.
И ту дальнюю ногу забери. Нет, и дыши в сторону. Нет, нет, руку тоже забери. Все забери. Дыши в сторону. Нет, нет, в сторону. Все, завтра поговорим. Все, кончено.